Ой, и Джей ведь у меня в лососевом цвете теперь. Кому-то плохо. О, какой джипик. Ограниченная дистанция. Ой, меня показывают. О. Через сиденье ведь нужно сидеть. А я бы и через два посадила людей. Нефиг распространять корону. Корона должна быть у кого-то одного. Ну, у двоих. У королевы и короля. Очень умную вещь сказала. Аж самой странно стало. Если забыли маски, можно прикупить здесь масочки. Дорогие мои, вот цветные для детей, перчатки и санитайзер. Такой аппарат. Кстати, никто не проверяет температуру. А может, вот здесь вот будут проверять? Нет, вряд ли. Пол красивый. Мы в одном из пяти лос-анджелесских аэропортов. Книжный магазин. О, узнаете? Фейс. Ой. О, прикольно. Надо фотку сделать. Шармики. Шоколад Лос-Анджелес. Темный шоколад, молочный, белый карамель и просто молочный. Такой набор шоколадок. Вот такой. Гудайва конфетки. А может быть взять Гудайва конфетки? Вот Dark Chocolate. The Beatles. I had that one. I had this one. Led Zeppelin, Beatles. Опять продают диски. Vinyl называется. Vinyls. Vinyl music. And CDs. I can't even sell my CDs. Вот же очень много CD, он сиди. Ну, мы оставили на старом доме, потому что он все равно в аренду сдается. Там в гараже. Green Day. Угу. Classics. Aerosmith. Классика. Green Day, Aerosmith. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Who's that? Хорошо, когда с мужем любишь одну и ту же музыку. Oh, Journey. Journey. Oh, yeah. Vampire Weekend. This is a newer one. Mm. I had this on CD. Джейх имеет это на CD-диске. Madonna. Mm-hmm. No, Black Keys. Madonna мы знаем. Кто ж не знает. Black Keys is no good. Black Keys Джейчик не любит. Я тоже, кстати. 100 carats. О, у нас за 5 долларов бриллианты можно купить. Ну и как всегда. В аэропорту сувенирной продукции очень много.
Relief area. Это значит, нужно пройти погулять с собачкой. Пипи сходить. Ну, давайте посмотрим, куда ходят собачки пипи. Вот сюда нужно привести, можно своего питомца. Видите, пластмассовый гидрант, искусственный газон, пакеты для какашек и мусорка. Вот так все продумано. Даже для животных. Барчик пустой. Какие-то алкоголики с утра сидят. Задержался наш рейс до Феникса. Тут же нам на стойке поменяли билеты на рейс до Далласа. Это Техас. Ой, прям Майкл Джексон ходит. Вот. Прилетим с опозданием в Вашингтон. Вместо 10 часов вечера в 11. Сказали, что чемодан наш тоже перекинуть на этот рейс до Далласа. Не нужно было никуда самим бежать. Назвали имя. И мы подошли к стойке. Не у нас одних транзитный рейс. Поэтому многие люди вынуждены теперь лететь другим рейсом. А то мы уже думали, будем в Фениксе там ночевать. А завтра утром лететь в Вашингтон. Какой гордый профиль у парня в маске. Борода не влезла. Зато какой нос. Вот девушка, возможно, принадлежит к ЛГБТ, ЛГБТ. Может быть, лесбиянка. Видите, у нее сердце радостное, что-то она там правит, ну, гордится чем-то. Чем-то она там гордится. Так, мальчик, ну-ка, вышел из кадра, и второй тоже, блин. Больше встать негде, конечно. С одинаковыми ларцами. Ой, они близнецы. Так, надо желание загадать быстренько. С масечкой летят. Ой, какая женщина. Ох, какая женщина. Мало того, что блондинка, красотка, еще и в красной тапочке. Что, ценник забыла отклеить, что ли? У вас было такое когда-нибудь, чтобы вы забывали ценник отклеить? У меня было так после ремонта обуви, я помню, в России. Забывала отклеить. Может быть, они у нее очень дорогие. Чтобы поверили, она показывает цену. Кто в чем, кто как. Кто потеплее одет, кто по-летнему. В шортах, в сланцах, обут.
Выдают всем, кто в эконом-классе летит, пайки. Ничего себе, такого не было никогда. Журнальчики не будем трогать, потому что их, может быть, много людей перетрогало. Ой, слушайте, даже не убрали после кого-то. Ни хрена себе, блин, вообще. А пакет-то для рогачки хоть и не наполнен? Не наполнен вроде. Вроде пустой. Короче, посадили нас вот здесь, возле выхода, видите? Если что, выйдем первыми. Ой, не дай бог, господи, что я говорю? И зато на свете между сиденьями много места. Ну, как обычно, у выхода, входа. И просят не ставить ничего. У всех на мониторах разные лица. Мне шатенку, брюнетку подсунули, джейчику, блондинку. Уже в передничке. Это вот так они убирают, вот смотрите, вот так они убирают салон. Бляха-муха. Ой, что это вы ко мне задом? Так красиво называется, стюардесса, да? А у американцев flight attendant. Черт-те чё. А вот стюард идёт. Мы в аэропорту Даллас. Города Даллас. И здесь кто в чем. Хотя холодина. Ой, курточку надо достать. Вот американцы закаленные, ё-моё. Thank you.
here for gates A22 through A39. Свободно занято. Свободно занято. Прикольно, я такого еще не видела. Так кто это? Ну все, считай, благословил меня. Значит, все будет хорошо. Гламурненькая стоечка клининг-менеджера. С портфелем такой. Наверное, Женя сказал, в командировку лечу. Все чики-пуки. Готовит ребенку грязными руками, прямо полезла ложкой, ложку достала из смеси. Ой, я валяюсь. И ничем они, блин, не болеют, дети вот таких мамаш. Никого. Все уже нормальные люди спят. А мы летим, блин, целый день. Из-за сбоя в сообщениях. Авиасообщениях. Авиалиниях. А? Никого нет, а музыка играет в баре. О, так, повара смотрим. Никого. Ни секьюрити тебе, никого.
Здесь вот проверяют всех. Досматривают, если надо. Прохладненько здесь у них что-то. О, красиво там, как вдалеке. Рональд Рейган, Вашингтон Аэропорт. Очень красивый. А вот я подумала, почему у нас нет аэропорта Брежнева, Хрущева? В честь вот этих вот Сталина там, например, да? Хорошая история, плохая у нас была, но это наша история. Почему бы вот не назвать аэропорт имени Хрущева? Или кого там еще? Андропова. Или... Ну, хватит, достаточно. Все закрыто еще, хотя 7 часов уже. Могли бы пооткрываться. Шопинг нужен, шопинг. Больше похож на какой-то железнодорожный вокзал. Длиннющий. Is it international airport or just? It just says national. Maybe national, not international. Just национальный. Just national. Not international. Не международный. The other airport. 40 miles away, called Dulles, is bigger, and that's where... Bigger than this one? Yeah. Wow. Еще больше есть аэропорт. Еще есть больше аэропорт. Джейчик говорит, чем этот. О, какой флагище. У нас так висит флаг России. Висит? Вот такой вот прямо. Обычно платишь за просмотр. Ну-ну, типа они вот так все убирают, дезинфицируют после каждого рейса. Вы видели в кадрах ранее, как они это делают. Все это обман и реклама. Обманывают нас, пассажиров. Я буду жаловаться. Судя по всему, этот мужчина ветеран. У него на футболке, видите, изображение мемориального комплекса или мемориальной стены с именами всех погибших американцев в войнах. И надпись, что возвели этот комплекс, эту стену, возвело не правительство США, а сами ветераны, на собранные ими деньги, на какую-то помощь, оказанную не от правительства. Вот так вот смело могут заявить об этом. А я что-то афган вспомнила, как у нас некоторым афганцам и чеченцам говорили, сидящие в администрациях городов,
А я вас туда не посылал, сволочи. Одни сволочи послали, другие отнекивались, что они не посылали. Но в итоге я вот знаю очень много военных. Мне кажется, почти все ветераны уже получили квартиры. Поправьте меня, если не так. Но кого я знаю, афганцев и чеченцев, они все получили квартиры. В Америке же, похоже, конечно, обстоит дело. Некоторые бомжуют, многие без работы, пенсии маленькие, льгот практически никаких. Так что им здесь тоже не сладко.